Вучні 6-го, некалькіх 7-х і 8-го воєнних патріотичних класів середньої школи номер 3 обласного центру прийняли присягу. Міроприємство пройшло у Гродзенській пограничній групі, з якою едукаційною установою заключений договор об супрацовництві. Як підкреслили під час урочистості педагоги і воєнні, таке взаємодіяння дозволяє ефективно проводити профільне навчання школьників. Це допомагає нам не тільки воспитувати їх настоящими гражданами, людьми, которые любят свою родину. Это помогает сделать их, наверное, более мужественными, провести более интересную жизнь в школе. Ребята все время посещают заставу. Лагерь военно-патриотический на заставе имени Усова. Лагерь теперь у нас уже существует и в учебном центре в Сморгоне, так как мы заключили договор сотрудничества с Институтом пограничной службы. По черзі перед строєм однокласників учні зачитали текст урочистої присяги. Гэты ганаровий ритуал був максимально наближений до воєнного, коли новобранці-пагранічники присягають на вірність радзіме. Тому для 23 школьников, учнів воєнно-патріотичних класів пагранічної спеціалізації, мероприємство оказалося сапраўды урочистим. Я выбрала этот профиль, потому что это очень интересно, это меня увлекает, это безумная активность, это очень приятно, хорошие ребята в классе, хороший классный руководитель, это, мне это очень важно, я даже планирую связать с этим свою дальнейшую жизнь. Я уже 5-й год учусь в военно-патриотическом классе, и в будущем я планирую поступать в Институт пограничной службы, и я ни капли не жалею, что выбрала именно поступать в пограничный класс, потому что это дало мне, так скажем, напутствие на то, чтобы я училась именно в пограничниках, и я выбрала поэтому эту профессию. 6 гадоў таму паміж 3-й школай і Гродзенскай пагранічнай групай быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве. У яго рамках праводзіцца навучанне дзяцей у ваенна-патрыятычных класах. Зацверджанай праграмай для юнакоў і дзяўчат прадугледжаны дадатковыя заняткі па фізкультуры і страявой падрыхтоўцы, паглыбленае выкладанне такіх дысцыплін, як гісторыя і матэматыка. Здача гэтых прадметаў, да слова, неабходна пры паступленні ў Інстытут пагранічнай службы. На выбар вучобы ў дадзенай вышэйшай школе і арыентуюцца сённяшнія вучні ваенна-патрыятычных класаў.